Смотрите, какая эффектная спальня. Тут, конечно, вот эта стена просто супер. Эти розы на черном. Давайте посмотрим, что тут и сколько стоит. Каркас кровати 11 тысяч. Например, размер 140 на 200. Такое изголовье тут симпатичное. Рядом столик придиванный. Сейчас со скидкой 1200. Черный металл и стекло на нем. Настольная лампочка 1100. Покрывало такое симпатичное. Не видно такой цены. Тут все перемешано. Сейчас обойдем с другой стороны, посмотрим. Шкафчики. Стол с двумя ящиками. Тут 120 на 47, 10 тысяч. Хемнес. Вот такие ящички. Размер. Так, размер, я сказала, белая морилка. Зеркало 4 тысячи, 60 на 120. Дальше тут пакс 45 тысяч. Комбинация. Смотрите, какая тут, какие дверцы фактурные. Как тут внутри все устроено, видите? Все это отдельно покупается. Все вот эти штучки, это вы собираете сами, как вам удобно. Ящики, штанги. Сбоку тут тоже пакс. Каркас гардероба 50 на 35. И на 236, 2700 вот такой каркас. Ящички тоже отдельно уже покупаете. И продолжается тут гостиная. На полу ковер 5170 на 230. Видите, он такой состаренный. Это специальный такой эффект. Очень симпатичный ковер. Дальше диван трехместный. 18 тысяч. 227 на 92 и на 80. И раздвигается он. 140 на 198. Торшер. Светильник напольный. 3300. Стол 7 тысяч. 70 на 73 антрацит. Стул 5800 черный. Кресло 13 тысяч. Дальше тут картины, постеры разные. Шкаф с цоколем 11 тысяч почти. 81 на 89 на 47 серый. Так, светильник напольный для чтения 4000. Покажу вам, как тут оформлены рабочие места. Смотрите, стул 3000, вот такой оливково-зеленый. Столик раскладной 73 на 50. 10 тысяч стоит. Такой светильник 2000, желтая медь, лампа рабочая и доска для заметок 1000 рублей. Стол для геймеров, письменный стол. Смотрите, какой. Стоит 15 140 на 185 и на 74 на 146 белый, где он раздвигается, как-то меняется. Еще одно рабочее место. Хемнес. Стол 19 155 на 65. И сверху дополнительный модуль для стола 9 152 на 63. С полочками, с ящиками. Лампа 6 тысяч. Тут вот подкладка пробковая на стол. 400 рублей. Хорошая. У нас дома есть такая. Стул. Пластиковый стул. 2600. Крутится. Есть в черном цвете.
покажу вам вот такую комбинацию для хранения. 10600 за всю комбинацию. Размер 81 на 35 на 176. Это бамбук. Видите, планки крепятся к стене, и на них уже полочки. Тут можно крепить на удобном вам расстоянии. Здесь снизу столешница с двумя ящиками. Полка столешницы 4200. Угловой письменный стол 8120 на 73. Тринадцать тысяч письменный стол 140 на 70. Массив дерева. Благодаря лицевой отделке задней панели модуль можно поставить в центр комнаты. Смотрите, какой письменный стол из бамбука. И стул. Стул тут тоже из сосны 5000, деревянный, на металлическом каркасе. Размер стола 102 на 49. Бамбук прочный, экологичный, возобновляемый материал. Благодаря стопорам ящики не выпадают из каркаса. Стол за 11 тысяч. Размер 110 на 70. Сосна и черный металл. Смотрите, какое тут подстолье. Лампа 3000. Новинка вот такой зеленый. Смотрите, какой красивый стол. 120 на 60, 2500. Легко собрать благодаря подготовленным отверстиям для ножек. Регулируемые ножки обеспечат устойчивость даже на неровном полу. Столешница. Верхняя часть ДВП, акриловая краска. ДСП. Так, ножки из стали. Сверху можно дополнительный модуль вот такой поставить. 120 на 10. Так, 2900 с ящичками. Видите, например, сюда компьютер поставить можно. Стол из бамбука 13 тысяч. Смотрите, так, размер столешницы 140 на 65. Ножки интересные. И, кстати говоря, вот под ноги такую штуку можно докупить за 1000 рублей, чтобы ноги не уставали. Тоже у нее регулируется вот этот наклон. Тут лампочка смешная, 2000. Смотрите. Вот это рабочее место менее чем за 10300. Посмотрим, что здесь входит. Стульчик 2800. Стол 4000. 35 на 75. Нет, это тумба с колесами. На колесиках. Вот она. А стол 3300. 73 на 50. Рабочая лампа 1300. Доска для записей 40 на 60. Это магнитная, 800 рублей. Черная и белая. Полки и постеры сверху. Полка 400 рублей, 115. Также вы можете купить столешницу нужного вам размера, цвета, и отдельно купить ножки. Вот тут есть столешницы, смотрите. Вот разные. 1000 самая дешевая. Так, есть подороже, вот 5000. И далее ножки. Слушай, ну это даже... Кроме ножек есть вот такие опоры для стола, вот деревянные. 3250, 600 рублей. Смотрите, цветные. Новинка, кстати, металлические. И вот такие вот ножки на колесиках, деревянные, разные.
столешницу можно вот так к коллаксу прицепить, прикрепить. И будет вот такое большое рабочее место. Рабочий стул новый, 8000, бежевый и белый. Посмотрим дальше. Вот рабочее место. Стол 14500, 120 на 80. Стул 3000. Дополнительный модуль 2000. Угловое рабочее место 10000, 100 на 142. Так, тут такая вот, как в галошницах, полочка открывается. Тумба с ящиками на колесиках 4000. Вот еще рабочее место, смотрите, с настенным модулем. Стол тут 6000, 142 на 50, тумба на колесиках. Так, и вот такой настенная панель, настенный модуль 76 на 56, 1700 стоит. На него вешаются уже отдельно, покупаете разные полки, стаканчики, вот зажимы. Удобно. Лампа рабочая 1300. Вот такое рабочее место. Выдвигается тут. Смотрите, столик, тумбочка там есть, тумбочка 3200, а вот такой стол 11000, 151 на 65, стул 15000. Вот такой угловой письменный стол. 39 тысяч. Размер 160 на 110. Бесплатно 10 лет гарантии. Шпон прочная, устойчивая к загрязнениям и простая в уходе поверхность. Дальше тут есть вот такая тумба на колесах. Стоит 14 тысяч. Модуль для хранения 41 на 61. Стул 12 тысяч. Сверху светильники вот такие подвесные, 3500.